20 минут назад я поручил одному из моих 15 детей, одному из моих 9 сыновей, моему 10-му ребенку, моему 6-му сыну Алексею Егору Владимировичу, научиться играть на органе. Его сестра Звезда играет на органе, а он-то чем хуже, должен сыграть. Вот прошло 20 минут, дал я ему ноты, склеил бумажным скотчем свадебный марш Мендельсона, что я помню, да? И вот за 20 минут он никогда не сидел на органе, орган хороший, пускай научится, думаю. Да? Вот сейчас попробуем, что он за 20 минут, Алексеев, может. Алексеевы освоит уже ты почти все инструменты. Осталось тебе осваивать что-то гобой и что-то еще. Скрипку. А, скрипку, да? Ну, скрипку тоже. Все, все Алексеевы должны играть на всех инструментах. Им надлежит, да? Петь, танцевать, это как само собой. Молодец, давай. 20 минут, много времени, но ничего. Уже я разыграл одну, сейчас другую пьесу дам, давай.